Стенограмма это еще не свидетельство того, что она, что она соответствует. То есть могут убрать какие-то? Тексту дискуссии реальной. Конечно, стенограмма она составляется стенографистом на основании аудиозаписи. Вопрос в том, есть ли аудиозапись, либо нет. Вот в чем проблема. Не говорит об этом ничего президент. Насколько аудиозапись соответствует стенограмме. А в стенограмме можем найти много чего написано.